следственным отделом по Ленинскому району города Саратов, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за убийство. По версии следствия, 18-летний парень и девушка были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах дома. В июле 2019 года юноша одолжил подруге денежные средства. Спустя время он стал требовать вернуть долг, однако девушка не возвращала ему обещанного. 20 сентября 2019 года в вечернее время он подкараулил ее в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений она скончалась на месте. На основе собранных по делу доказательств следователями СК юноше предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следственного органа судом в отношении его избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.